Старшыня гомельскага аблвыканкама Геннадзь Салавей сёння правёў рабочую нараду на новым малочна-таварным комплексе ў Жыткавіцкім раёне. Гэта ўнікальны аб'ект, аналагу якому ў Беларусі няма. Як чакаецца, яго дзейнасць дазволіць забяспечыць сыравінай тураўскі малочны завод і як следства павялічыць экспарт прадукцыі. Нашы корэспандэнты ведаюць падрабязнасці. На гэтым аб'екце старшыня аблвыканкама бывае часта. Ход будаўніцтва комплексу на яго асабістым кантролі. Задача рабочай нарады звярнуць увагу на моманты, якія прынята лічыць дробязямі, але любыя недапрацоўкі здольны аказаць негатыўны ўплыў на эксплуатацыю жывёлагадоўчага комплексу. На праектную магутнасць ён павінен выйсці напрыканцы года, калі з дайні прывязуць 2400 кароў. Пастаўкі ажыццяўляюцца партыямі па 300 галоў штомесяц. Прычым асаблівая ўвага правядзенню каранцінных мерапрыемстваў. Што тычыцца пароды жывёл, тут перавага генетычным асаблівасцям. Генетычны патэнцыял дацкага скота, он, по нашему мнению, он выше, чем, условно говоря, там белорусский чернопёстрый. Подбираем стадо, комплектуем по продуктивности примерно на одинаковом уровне 8-9 тысяч килограмм удоя в год. Карантина не отстояли, да, 30 дней не стояли карантина в Дании, ну и, соответственно, 30 дней по приезду к нам они тоже сейчас считаются на карантине. Плануется, что ферма будет штогод поставлять на туровский комбинат амаль 22 тысячи тонн молока. Предприемство мае потребу у додатковой сыровине, причем у великой колькости. Молоко с нового комплексу дозволит повелишить объему вытворчести и, отповедно, экспортные поставки. Это сапраўды уникальный объект, и не только масштабом, але и высоким узроўнем комфорту для живел, а так само самыми сучасными технологиями сусветного узроўню. У приватности сярод незвычайного для айчынной жывёлагадоўлі подлоги с подогревом у помешкання, где будут находиться сяляты, а так само у доильных залах. Подогревать будут и усе без выключения паилки. Что тычыцца спецыялістаў, якія будуць працаваць на малочна-таварным комплексе Дзякавічы, то у професійным плане да іх павышанае патрабаванне. По великим рахунку, каб трапіць сюды, необходимо пройти некалькі стадий узгадненняў. Тут повыше требования, да. Тут получается и сам подход к подбору персонала совсем другой, к специалистам. Я, например, где устраивался другие работы, то там напрямую с директором ты общаешься, и все. Ну, типа, он говорит да или нет. А тут сначала ты общаешься с главным врачом, потом с главным врачом молочной правды, потом общаешься с директором, и потом уже вот я общался по видеоконференции с генеральным директором. Малочный комплекс Дзякавічы – белорусско-итальянский проект. С нашего боку его реализацией занимается унитарное предприемство «Молочная правда». И оно створено туровским молочным комбинатом для развития сыровинной базы. У связи с пандемией коронавируса термины сдачи объекта крыху изменились. И белорусские специалисты говорили, и итальянцы, которые занимаются монтажом обсталявания, некий час не находились у Беларуси. Разом с тем, керавництво «Молочной правды» не лишит ситуацию критичной, а иснующие пытания называя рабочими. Все работы идут, в общем-то, в графике. Все работы идут достаточно планово. Конечно, текущих вопросов достаточно. Но, в общем, надеемся, что в марте месяце строители отсюда проводим. Значит, со словами благодарности. Олег Сенцюров, Ольга Коновалова, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель», Жыткавіцкий район.